обладателя российского золотого дубля, армейца KSK Honda. Нужно здесь и сейчас все оформить. Разбег, удар и гол по центру. Вложившись в удар, от души приложил мяч ворота KSK Honda. 1-1 на 91-й минуте. Уходят от поражения в домашнем. Мы же дождемся повтора для того, чтобы понять, были ли шансы у вратаря. А ведь они были. А ведь они были, если бы работал по мячу, а не гадал. Ну что ж, вот здесь на первый план вышла хитрость Хонды. Он, конечно, переиграл прежде всего психологически своего оппонента.